Касаемо национальной платежной системы, есть очень хорошая русская поговорка: не надо класть все яйца в одну корзину. Больше платежных систем, хороших и разных, национальных и транснациональных. Взять, если скажем, ту же самую Америку, Visa и MasterCard изначально это были обычные национальные платежные системы, просто потом они уже стали транснациональными платежными системами. Что касаемо нашей российской платежной системы, то, разумеется, она нужна, она важна, она интересна, но не забывайте, что Visa и MasterCard достигли того уровня, который они занимают сейчас на рынке, не за 20 лет и даже не за 30, а они развивались практически весь 20 век. Поэтому говорить о том, что наша платежная система достигнет такого же высокого уровня за год, два, три, ну это как минимум смешно.